Всем здравствуйте, меня зовут Евгения Рингис. Организаторы подготовили ряд вопросов, попробую все вспомнить. Значит, как давно занимаюсь музыкой? Ну, достаточно давно, а вот так вот более серьезно, ну, порядка лет 15. Так, следующий вопрос был, где работаете? Работаю я во Дворце культуры, работу свою очень люблю. И не только за сам творческий процесс, но и за любые мелочи, например. Звонят мне по телефону и спрашивают, ты где? А я отвечаю, я во дворце. Ну, круто же. Почему решила принять участие в проекте? Ну, в общем, меня заставили, в смысле, предложили. И я решила не отказывать себе в удовольствии поприсутствовать лишний раз на сцене с замечательными людьми, замечательными артистами, с каждым выходом которых для себя открываю новые грани их талантов. И всем желаю им удачи и успехов. 20 ноября. Дворец культуры города Буя. Новый музыкальный проект. Вокальный суперконкурс «Мой лучший хит». Приходи с друзьями поддержать своих любимых артистов.